Добрый день, друзья. Это Сергей Парамонов из Черногории. Привет, ребят. Смотрите мой новый ролик из Черногории. Бородатый Ида на выезде. Слушайте, мы сегодня не завтракали, зашли сейчас в местную забегаловку. Ну как, местный ресторанчик на берегу моря. И решили все-таки попробовать полноценную плескавицу. Фирменное блюдо черногорцев. Делается эта котлета из фарша. Из фарша, если я не ошибаюсь, микс там идет говядины и свинины. Но могу ошибаться, я обязательно загуглю, потом подпишу. Вот, уж извините, я немножко здесь расслаблен на воздухе, на свежем. Отдается такая воздушная булочка с хлебом, что как бы самое интересное, домашнее, теплое еще до сих пор. И, в принципе, плескавица подается с картофелем фри, его немного, но, в принципе, нам достаточно, я думаю, стоит это 7 евро порция стоит. И давайте уже заценим фирменное блюдо Черногории. Кстати говоря, ребят, вот в одном из ваших видео, в котором я записывал обзор на бургер, там тоже в качестве котлеты шла плескавица, вот этот котлетос. Вот. Что, пробуем? Жалко, нет соуса. Почему соус не помазал? Где сам? Перечка, да? Немножко. Немножко перечка не победит. Солененькая. Очень сочная в целом. Да, сочная. Тиман бы в бургер кинул, в Black Star бургере позавидовал вот такой толстой котлете. Мясо чувствуется, очень хорошо чувствуется мясо, прожарка вот эта вот на гриле, у них специальный гриль для этого есть. Ну, конечно, просто огромный шматок мяса. Ну вот, ребят, смотрите. Ну это прям наесться на весь день можно. Самое интересное, что они эту плескавицу кладут во все свои бургеры, во все свои, там, не знаю, какие-то мясные еще блюда. Но, по-моему, она у них потоньше, да? Это, по-моему, толстая такая прям. Как будто слеплена, ну, да, отдельно, для блюда. То есть это вот прям настоящее. То, чтобы бургеры попробовать, это тоже плескавица, но она как-то поменьше. Ну, в ней реально идеальное соотношение соли, по-моему, перца. И она прям такая твердая, прям, отличный там кусок мяса. Будете в Черногории, обязательно попробуйте плескавицу. Это того стоит. С вами был Серега Парамонов. Подписывайтесь на мой канал. Делитесь этим видео с друзьями или не делитесь, мне все равно. Ставьте лайки, самое главное, дизлайки, комментарии. И чао, пока, до новых встреч. Ребят, по скриптам. Я только что настолько вкус, что я прикусил палец. Вот так вот ел. И прям не прикусил, реально больно. Слава богу, не прокусил. Слушайте, я сейчас уточнил у нашего официанта. Оказывается, это 100% говядина, только говядина, без свинины. И она реально, ну, это очень крутая котлета, ребят. Обязательно попробуйте. Идеальное мясо. Свинина, конечно, жирновато, а вот говядина прям. И при этом эта говядина, она в меру мягкая. Обязательно, ребят, попробуйте, очень вкусно. Пятерка прям с лёту. Пока.